Помимо бульвара Тинчурина и набережной Тукая продолжаются работы на Шишкинском бульваре и площади Азатлык. Сроки окончания ремонта те же, до конца лета. И в случае с Азатлык это может повлиять на место проведения фестиваля цветов. Однако, как отметил Наиль Магдеев, не исключено, что массовые гуляния пройдут в традиционном месте. На период фестиваля часть площади перекроют. Есть и другие варианты. Первый вариант. Все-таки сделать ее на площади Азатлык в привычном месте для жителей нашего города. Второй вариант. Разный вариант рассматривается. Может быть, в районе улицы Хасан-Туфан, начиная от Чулмана и туда до Майдана.